Всем привет, дорогие друзья! С вами, как всегда, я, Russian Fear, и мы с вами продолжаем наше приключение во вселенной Ведьмака. Так, нам надо вернуться к Гильому. Но это, в принципе, не сложно. Так, тут у нас плотва еще рядом. Сказать, что мы спасли его любовь жизни прошлой серии и двигаться дальше уже по заданиям. Также еще надо заскочить в наше поместье, повешать доспех. Да не ссы, плотва. Нам же выдали герб именной, так что мы теперь будем с крутыми доспехами. Дикий кабан, иди сюда. Куда ты пошел? Да ладно. Он сам самоубился, что ли? Бывает. Пошла. Вот эти вот, блин, переходики ихние напрягают иногда. Тут кто? Опять кабан дикий, да? Кабан, это неинтересно. Так, погнали. Где-то здесь Гильом. Надо мне больше упражниться. Еще больше. Вот он. Клянусь, я. Геральт, что с Вивиенной? Я снял проклятие. Правда? Теперь все будет хорошо? Она поправится? Ну, давайте скажем. Я просила передать тебе спасибо. Благодаря тебе она может жить нормальной жизнью. Хорошо, но что с ней? Так, давайте Ирина ответим. Она выбрала то, что хотела. Теперь она свободна. И мне кажется, счастлива. Без меня? Ты помог ей, но это не значит, что она должна была тебя полюбить. Как любит говорить мой знакомый поэт... Если кого-то любишь, позволь ему улететь. Знаешь что, Геральт? Вот, возьми плату, ты ее заслужил. Оставь свои советы при себе. Прощай. Ну, как хочешь. Я как лучше хотел. Так, ладно. Продолжаем, значит, заниматься делами. Основное нет. Так, больше, чем мастер. Гвинт, неинтересно. Народный герой. 36. А, ведьмачьи заказы. Так, 37. Ну, давайте 36, наверное, да? Вечный покой. Выяснить, почему с кладбища доносится шум. Проходя по очаровательным улочкам романтического Баклера, Геральт узнал о деле крайне неромантическом, а именно по ночам кто-то страшно шумел на городском кладбище. Ну давайте выясним вот это вот. Удачи на охоте, ведьма. Да-да-да. Так, сначала мы с вами... Вот сюда отправимся. Надо же, чтобы все было правильно. По красоте сделано. Я ни разу за Кстати, у нас уровень есть, да?
Так, вот за место вот этого давайте. Он не полный же. А повешаем мы вот это. Вот это. Вот это. И вот это. Ну вот, полный набор у нас, да? Так-то будет как-то покрасивее. Так, перчатки школы кота. Арбалет мы не одели, да, с вами? Да, арбалет не одели. 10, 12, 13, 17. Сила атаки. Давайте это попробуем. Пусть это с нами пока потаскаем. Ставить трофеи, а трофеев нельзя никаких поставить почему-то, да? Хотя я что-то выигрывал. Фигурка быка, так, роза. Ну, всякая ненужная херня у нас, по идее. Ладно, погнали. Я себе все руки ножницами покалечил. Так, сюда. Это здорово. Я рад за тебя. Княжество наш небольшой. Это я тоже. А вы встречали кого-то? Так, давайте, не откладывая в долгий ящик, где наше задание? Задание здесь. Вопрос интересный. Давайте сходим на вопрос сначала. Посмотрим, что там за вопрос. Смотри. А потом двинем дальше. Кто это? А. Надо уничтожить все это место, иначе архиспоры снова прорастут. Архиспоры, блин. Стручок архиспоры. Ну, неплохо. И было это несложно, да, относительно... Так, погнали, значит, сюда и на кладбище. Что вы скривились? Выпейте вина. Ну да. От тебя я больше ничего другого и не ожидал. Вряд ли странствующий рыцарь может что-то умное сказать, да? Так, погнали в город, значит. Вот сюда. Тут рядом вопрос еще у нас есть.
Вот здесь что у нас интересно? Угу. Утопец, вижу. Сокровище, да? Да блин, кто травит? Чем я травлюсь, непонятно. Мозг утопца. Всякая фигня. Письмо. Последнее дело банды какой-то. И всякая фигня. Блин, да опять. На что я там наступаю? На утопца, что ли? Похоже, да? Передохнем и погнали на кладбище выяснять. А кому там наша беда? Что за фигня происходит? Почему я не могу наложить щит? Здравствуй. О. Так, ну и чё тут у нас? Шума не слышно, но, пожалуй, стоит осмотреться. Ага. Какие-то следы. Вытоптанная трава и панталоны. Нет, он имел в виду другие звуки. Ну да, не те. Наверное. Разрытая могила. Но кладбищенские воры все-таки стараются не шуметь. Закрыто, закрыто. Тут открыто, но ничего нет. Прочитать. Смерть — это величайшее одиночество и последняя свобода. Закрыто. Ну, тут, соответственно, тоже, да? Так, ну я думаю, что нам вот сюда, наверное. Все тихо, чересчур. Странные проходы. Так, ну пойдем направо сначала. Допустим. Есть здесь что-нибудь интересное, нет? Вроде нет.
Закрыто. А это вот двери как раз, да, которые там были. Пойдемте сходим сюда. Прах Флорины. Прах оса себе. Какие-то катакомбы, прям капец, я бы сказал. Гниющее мясо. Зачем нам наверх-то? Отсюда мы пришли. И они где-то под землей. Или нет? Ну да. Получается, сюда же мы не зайдем. Да, мы сюда не зайдем. Мильтон де Пейрак Пейран. Так, ладно. Нам вот сюда получается. А вот они, наверное, да? Ну, привет. Расхитители гробниц. Шуметь могут кладбищенские воры, но чтобы это проверить, все равно придется подождать до вечера. Приказ от Робина. По традиции ставим на паузу, кому интересно, читаем. Сырое мясо похавать пойдет. Чертеж. Подождать до сумерек. Мелтих. Противник. Нифига себе тут. На паузу ставим и читаем. Я по-быстрому пролистываю, чтобы не терять на это время. Так, подождите, сумерек. Мы еще не все осмотрели. Гномские инструменты, кстати. Самые лучшие вроде как инструменты, да? Эльфийские инструменты. Ну, добра довольно-таки много. Ну, давайте дождемся сумерек, чё. Обследовать кладбище опять, нам говорят. Кто-то долбит. Звук, кажется, идет из катакомб. Блин, я там только что был. Так вот откуда этот шум. Ну
Не души. Здесь. Странно. На логово кладбищенской бабы тоже не похоже. Нет, все равно сверху получается. Луи де Карентен почил в день поминовения святого Бендера. Довольно свежее. Похороны были недавно. Что тут еще? Нет, это не могут быть кладбищенские воры. Золоченый подсвечник они бы тут не оставили. Здесь покоится Марго де Карентен. Разбитая посуда, будто кто-то ее швырнул об стену. Ни чудовищ, ни кладбищенских воров, просто небольшой бардак. Может, это все-таки не здесь? Странно. Отыскать источник шума в катакомбах. Все-таки здесь где-то. Быть не может, шум явно доносится из этого склепа. Но мы туда никак не пройдем, правильно? Да, все равно назад. Что-то здесь не так. Надо подождать развития событий. Спрятаться и выяснить, где источник шума. Ну, давай. Подождем. Самому интересно. Ну, спрятался, конечно, он не важен, так скажем. А ты только и знал, что целыми днями играть в эти карты, как краснолюд какой-то. Тьфу! Опять духи. Всяко лучше, чем стоять у дверей храма Лебеды и бормотать молитвы с утра до ночи. Неблагодарный! Я за тебя молилась, чтобы ты сбросил с себя ярмо азарта! Вот, видать, и намолила. Услышали боги твои причитания. Вот и радуйся, что муж твой помер. А тебе чего? Здесь частная беседа. Давайте. О чем вы, собственно, спорите? Не твое дело. Да ладно. Может, вам помочь? Не знаю, кто ты, но ты обязан мне помочь. Не желаю целую вечность лежать рядом с этим безбожником. Убери его из моего склепа! А в чем тут, собственно, дело? Это мой склеп, а эта швабра даже после смерти не отцепится. Так и будет мне плешь проедать. Куда я смотрела, когда за него выходила? Ты даже собственное дитя бы в гвинт проиграл! Неблагодарная ты свинья! Да было-то, сука, всего раз, и то в шутку. Ну сколько раз повторять? А кто все наше имущество на статую Лебеды пожертвовал? Это благая цель. Святость пророка навеки изменила бы этот край азарта и ереси. Откуда мне было знать, что они мошенники? А я не говорил, и всего-то раз 500. Тихо, успокойтесь оба. Так, ну давайте разбираться. Так чей это, собственно, склеп? Как это чей? Мой, фамильный, склеп де Карентенов. Читать не умеешь? Да,
но его выкупили у кредиторов за мое приданное. Так, пока вы тут вдвоем, мира и покоя не будет. Придется одного из вас переселить. Да, убери его. И если уберешь, я скажу, где спрятала его счастливые карты для Квинта. Так и знал, что это ты. Значит, мало того, что выкинешь меня из собственного склепа, так еще моими картами расплатишься. Сейчас меня Кондратий хватит. Да были бы у меня эти карты на турнире в Бельхавене, я бы до сих пор жив был. Все из-за тебя, овца чумная. Из-за тебя меня зарезали. Тебя за долги убили! Нечего меня приплетать! Мужик, ты же не станешь слушать эту старую ханжу? Кажется, я знаю, где она спрятала карты. Сам тебе их отдам. Только убери ее отсюда. Да. Кого убрать? Вопрос. Мне придется подумать. Ну ладно, одного из них надо перенести. И рёк пророк Лебеда, да не будешь ты играть на деньги. Так, ну что, кого? Он добавил, не то для меня ничего не останется. Ее или его? Еретик, а ну замолчи, не буду с тобой больше разговаривать. Он проиграл все, она все деньги спустила на Лебеду. Так а если они не будут разговаривать? Пока ты ее не вынесешь отсюда, я разговаривать не буду. Прошу простить, но я не в настроении. Понятно. Даже не знаю. Давайте ее возьмем. Нет, подожди. Уж если ты на это решился, подыщи мне какое-нибудь приятное место. Мне без разницы. Куда отправимся? Отнеси меня к могиле моей матери. Это на старом кладбище, сразу за стенами. Хорошее место, почти у самого озера. И растительность там исключительная. Исключительная? Можно конкретнее? Она находится под раскидистым каштаном. На надгробии начертано имя моей матушки – Мишлин Бельрос. Как же я ее не послушала, а ведь она меня так насчет него предупреждала. Наконец-то покой. Пойдемте, унесем ее. Блин. Так. Да. Тут работы не найдешь. А тем более платы за... Черт, опять этот кашель. Куда-то сюда. Об этом месте и говорила Марго. И где могила? Марго говорила, что под каштаном. Томас Морро не то. Пьер может быть, и Александра быть может. Едва знали друг друга, но очень друг друга любили. Маркиз не то. Но это же каштан, правильно? Нет, вот каштан, это не каштан. Мишлин Бельрос. Вот здесь. Сюда. Все, проехали.
Так, вернуться к Луи. Ну, пойдемте вернемся. Он нам карты же должен. Может, рано или поздно я все-таки начну играть в Гвинт. Хотя вряд ли. Да я прям местная знаменитость, блин. И где он? Я вынес урну с прахом, Марго, как ты хотел. Луи, ты здесь? Да, мог бы и догадаться, что он меня надует. Ну, значит, поговорим по-другому. Заставить Луи показаться. Умоляю, верни меня на место. Да, я тебе наврал, понятия не имею, где эти карты, но... Сейчас я что-нибудь придумаю. Погоди чуток. Есть такой оружейник, Трентин. Я его как-то обыграл в Гвинт. А поскольку денег у него не было, он пообещал мне отличный меч. Чуть ли не лучший в его коллекции. Я взыскать долг уже не успел. Но ты скажи ему, что тебя прислал Луи де Корентен. Покойный Луи де Корентен? Но с этим могут быть проблемы. Но если... Вот, Трентин. Он запойный игрок. Жена его заставила лечиться. Гипноз, все такое. А теперь свято верит, что он карт не касается. Если она узнает, что Трентин по-прежнему играет в карты, тогда ему хана. Спасибо. Так, ну пойдемте поговорим с оружейником. Стоп. Где выход-то? А, вот тут еще выход есть, я не знал. Так, ну пойдем, где оружейник? Да иди ты. Не, ну явно не сюда. Так, а вот оружейник, да? Вот тут все вино, да вино. А мне... Лучшая сталь во всем Туссенте. Ты глянь только. Я за мечом от Луи де Карантена. Вот это здорово. Де Карантен на том свете. А ты ему брат или сват, а? Что-то он о тебе не рассказывал. Зато он мне о тебе кое-что рассказал. Например, что ты оторваться не мог от Гвинта, пока жена не вырвала тебя из когтей азарта. Такая жена просто сокровище. Вот ведь пидор! Я-то уж думал, меч у меня останется. Повешу его обратно над камином, рослу и отбросил копыта. А теперь вот выбора нет. Давай посмотрим, что там за меч-то. Меч твой. Уступлю себе в убыток, но не оставляй меня с носом. Дай хоть попробую отыграться. Как насчет партейки на деньги? А? Огне... Огнерожденный? Не боишься, что... У меня в доме бабы слова не имеют. Да и нет ее. Только что съехала на пару дней. К сестре своей. В Бельхавен. Ну так что, играем? Прикинь, как тебе не повезло, я не играю. Нет, спасибо. Мне сейчас неохота. Нет так нет. Я настаивать не буду. Тебе же хуже.
Ладно, удачи. Так, что там за меч? Огнерожденный. Но эти не дешевые, в принципе, давайте продадим эти. Лучше. Покажи. 3000 у тебя. Противник. Это пока оставлю. Это забирай. Ну вот, заодно и продались неплохо. Прощай. Нет, до свидания. Нам осталось сходить забрать награду. Тут у нас кто? С этим владелец винокурни поговорить сразу. Дай встречи, хорошо. Мастер-ведьмак, вот удача. У тебя ко мне дело? Новый заказ? Да заказ-то уже был. Несколько лет назад. Когда вы в прошлый раз были в Баклере. Я тогда оказался немного на мели, помните? Но я пообещал, что все выплачу в свое время. Что-то припоминаю. К сожалению, вы уехали еще до того, как мы рассчитались. Но я отложил ваши деньги и открыл для вас счет. Ха, какой еще счет? Сберегательный. В банке Чанфанелли. Просто зайдите к ним и заберите свои деньги. Думаю, сумма уже набежала немаленькая. Спасибо. Зайду при случае. Ну, окей. Надо будет заглянуть в этот банк. И как тут жить? Эти рыцари такие добродетельные. Так, по поводу моей награды. Кто мне давал задание? У одного из подпилотников что-то огромное. Готово. Не будет больше шума на кладбище. Там теперь тихо и спокойно. Ах, ну хоть высплюсь в собственной постели. В лесе тоже стало слишком шумно. Все орут, как оглашенные. Давай бабки уже, и все. Один только и знает. Одрин, Одрин, как полоумный. Но что там было на кладбище? Чудище, как вы и говорили? Да, чудище. Да. Трудная была работа. Едва живым оттуда выбрался. Вам должно быть кодекс, запрещает разглашать подробности. Ну и к лучшему. Прошу, вот вам небольшая премия. Заслужили. Тут еще какой-то торгаш, да, снизу? Это ты? Господин, чего ты? Доброго здоровья, сударь. Чего изволишь? Покажи, что у тебя есть. Покажи свои товары. Что бы тебе продать? Золото. Вот это. Это я оставлю. Вот это мне нафиг не нужно. Все. Дофига всякой ненужной фигни. Ч
черепа всякие. Так. Магический, ну это магический все. Это забирай. Фиштех половину забирай. 19 черепов зачем-то. Свиных шкур у меня он дофигище кукол. Гниющее мясо. Да вообще кошмар, короче. Сколько всего ненужного. Где я столько всего надыбал? И это же все что-то вешает. Ценная окаменелость. Ну ладно, как-нибудь в следующий раз. Ну это, пожалуй, оставлю. Так, искусственные зубы. Ты... Флейта, ты чё только нет. Ну, в принципе, скинулись неплохо. Увидимся. Тебе этот хлам пригодится. Ну что ж, дорогие друзья, не забывайте подписываться на канал, также ставить свой большой палец вверх, если вам понравилась данная серия. И, конечно же, жмите на колокольчик, чтобы не пропустить выход следующих серий. Потому что будет полное прохождение Ведьмака со всеми дополнительными заданиями. Ну, пока что, кроме Гвинта. Увидимся в следующих сериях. Всем пока!